Оля Казанцева, ученица известного в Коми-Пермяцком национальном округе художника Виталия Анькова, недавно стала лауреатом международного конкурса детских рисунков. Для таких, как эта девочка, одаренных детей, в городе Кудымкари открыта школа искусств. Будущих пианистов, живописцев, скрипачей, баянистов, танцоров обучают педагоги с дипломами ленинградских и московских творческих вузов. Без их питомцев теперь не обходится ни один праздничный концерт.